А теперь я жахну. Блять. Ой-ой, блять. Блять, нет. Блять, не пролез. Блять, братан. Твою мать. Эй, ребят, всем рандон-дон, Sony здесь и добро пожаловать в Midnight Club. Ну что, будем зажигать, куда ты, сука, прешь дальше в этой охренительной игре. Я посчитал ваши комменты, и многие отметили: Sony, блин, что-то как-то тачка у тебя не очень. Не обрати внимания, у него капот что-то чуть погрызанный, немножко помятый, потому что я сейчас пока тестировал игру, нарвался на копов. Сука, какие они тут злые, это просто жесть. Ладно, давайте тачку-то поменяем. Я, конечно, люблю Кадила, но... Покатаемся еще на чем-нибудь. Что там? Ламба есть, да, пушка, гонка. Но у нас много чего есть интересного. Сейчас посмотрим, на чем будем сегодня зажигать. И тут до хрена чего надо проходить, потому что игра в самом разгаре, что называется. Vehicle Showroom. Нет, не Showroom, подожди. Мне надо Manage Vehicle, да. Потому что покупать что-то мы как бы не можем. Потому что, если вы смотрели предыдущее видео, то вы помните, что я просрал целую кучу бабла. Мягко говоря, меня это не радует. Ух ты, есть даже такая тема. Может, на 600-се погонять. Кстати, у 600-са неплохие характеристики на самом-то деле. Есть тут у нас интересные автомобили. Группа 3, B-класс, группа 3, группа 4. Лухари, ёпта. Предлагаю выкатить 600. Тем более, что в прошлом видео мы неплохо так брали защику, извините, что называется, у чувака на такой бричке. Причем у меня не обычный 600, а посмотри, с него сделали купе. Нормально. Либо это какая-то особая версия, либо я хер его знает. Ну, естественно, тюнинга тут особо у нас, как бы, наверное, нет, да? Разве что диски, шмиски, это все неинтересно. А интересно, бампера, шмампера, и вот такая вот всякая хрень тут вообще имеется. Это шмерс вообще, я не представляю, тюнинг, что? О, ёб твою мать, лучше бы я этого не видел. А что с номерами-то? А, номера там как бы есть, но мы видим Dub Edition все равно, блядь. Вы посмотрите на эту жопу, какая она колхозная. В принципе, все, что можно сделать, можно вкорячить руль в МРС 600. Вот это дичь. Да, ребята, я удивлен, если честно, с этой брички, и жопа мне вообще что-то не зашла. Ладно, хрен бы на ту жопу, в жопу эту жопу, погнали, теперь погоняемся. Вдруг он будет сейчас круто валить, это же купе, нифига себе, блин, какой он странный. Но что-то в этом определенно есть. Так сказать, Project Колхоз, только Dub Edition. А 8 гонок получается. А давайте, пацаны, по сути это Drag Racing, тем более, что у нас... Да, все. У нас подходящая бричка для того, чтобы валить по прямым, да? Сейчас я вам покажу, что такое здешнее шоссе. Блин, как наверх подняться? Этот город, это просто жопа. На самом-то деле, мне так не хватает хорошего графона. И, кстати, писали в комментах Sony, так есть же это, эмуляторы. Да, игра действительно работает, но даже на топ-жир тачке. Короче, там FPS дико скачет, я уже не помню, говорил, не говорил вам об этом, ну, на всякий случай повторю. Неиграбельно это будет, поэтому будем страдать в мыло, зато в стабильные целых 30 кадров в секунду. Сейчас надо как-то поморгать этому, вон, Васек. Слушай, ну у него крутая тачка, корвет, пацаны. МР 600, ты видел, перехват руля даже есть на низкой скорости, охереть. Ну что, пацаны? Так, все пока под контролем, корвет где-то сзади. Сзади же? У нас есть даже один этот самый, если что. Вариант бомбануть EMP-шечку, чтобы этот корвет... Слушай, нормально мы его сдергиваем пока что. Главное не врезаться. Блин, чтоб не снесло. Мне сюда. Понял. А он, кажется, лоханулся, корвет. Тормози. Ой, блядь, поцарапал машину. Нормально. Чего, блядь? Какие там коки у тебя, я не понял. Все, продолжаем. Блин, какие крутые гонки, ребята. Дрэг Рейсинг прямо на дорогах общего пользования. Шашечки, шашечки, ебашим на все бабки. Правда, корвет реально отстал, и это хорошо. Это значит, мы сейчас втащим ему. А что, когда? А что сюда? Пора в шестую потыкать. 180 миль. А, 5 скоростей на Мерсе. 180 миль, ребята. 190. Это немало. 195. Вот тебе и 600. 197. Погнали. Опа. Мэрин. О, я даже знаю, как это назвать. Куда, блин? Потрепаем ему немножко кишки. Я слышу нидра. Ты там далеко полетел. А теперь пятую подтыкаем. Главное сейчас не врезаться, потому что авария равно ГГ, по сути. Этот уверенно сзади несется. Там еще копы были навстречу. Вот мусоров мне точно сейчас не надо.
Это правда. Давай-ка мы пойдем сейчас правый ряд, чтобы тут не захерачиться. Впишется ли он в этот поворот? Впишется аж со свистом. Так. Отлично. Слушай, реально этот Мэрин хорошо валит. У него максималки прям... прям нормально так. А с кем мы не гоняемся, я даже и не понял. Кайф. Пацаны, а? Атмосфера какая. Атмосфера просто зашкаливает. Я напоминаю, кстати, на всякий случай, что повезло тем, кто смотрит это видео на 4К телеке и Nvidia Shield второго поколения. У вас там даже графон, пацаны. Будет. Изи каточка. Так, второе есть. Ребят, думаю, что многие из вас знают, что я уже длительное время инвестирую свои деньги в компанию Avalon Technologies. Данный проект показал себя с наилучшей стороны и позволяет мне получать доход на ежедневной основе и при этом стабильно. Компания Avalon Technologies — это финансовый проект, который набирает очень быстро обороты. Он уже насчитывает свыше 1 миллиона инвесторов, и ежедневно эта цифра ползет стабильно наверх. А все потому, что сюда можно инвестировать даже 100 рублей и даже на один день, что дает возможность сделать пробный депозит абсолютно каждому желающему. То есть можно перейти по ссылочке в описании, зарегистрироваться на сайте Avalon Technologies и сделать пробный депозит. На следующий день уже можно вывести свои же деньги, но с какой-никакой прибылью. При желании можно зарабатывать больше, если инвестировать более крупные суммы. Я, например, инвестирую по 222 тысячи рублей и ежедневно зарабатываю по 2886 рублей. За 28 дней эта сумма составляет свыше 100 тысяч. Это очень круто, на мой взгляд. В описании вы можете найти ссылку на сайт компании, перейдя по которой вы можете ознакомиться с документами компании, почитать отзывы от пользователей, которые тоже инвестируют в Avalon. Плюс есть вся информация, как это все работает, куда инвестирует компания и так далее, тарифные планы и многое другое. Это мой личный кабинет, и это все инвестиции, которые уже отработали. Их огромное количество за почти 2 года накопилось. И вот сейчас у меня активная инвестиция на 222 тысячи. И вот такую сумму я уже заработал за 15 начислений. Таким образом, я имею возможность получать пассивный доход на протяжении, еще раз повторюсь, почти в районе 2 лет. Это очень круто. Если вам интересно данное предложение, то ссылку на компанию Avalon вы найдете в описании. Вот он. Ламба, пацаны, вот. Я хотел суперкар. Получите, распишитесь. Пристраиваемся. А здесь такая фишечка. О, очкуля, здорово. Давай, погнали. Покажешь, на что ты способна. Или твое ведро на что способно. Итальянское. Не надо. Че ты там? Где ты там? Как назад-то, блядь, смотри. О, блядь. Ой, блядь. Так, нет. Блядь. Она меня пинает в жопу. Сука. Подожди-ка, не та кнопка. Извиняюсь. Да, что происходит? Давай! Фух, повезло мне. Я сейчас заюзал прям все козыря. Так, ребята, теперь срочно, во-первых, съебать от копов, а во-вторых... Чё, произошло? Я не понял. А во-вторых, да, копы, а во-вторых, заправиться, вон, внизу заправка. Да пошел ты в жопу, Карл, заеб... Надо полный бак нитро заправить. Можно, в принципе, машину и отреставрировать, если что. Так, там сзади где-то мусорки. Они просто так не отъебутся, пока я здесь на шоссе. Это точно я знаю. Здравствуйте. А мне, пожалуйста, сотого налейте. Не, если можно, полный бак. Осторожно. Да, блядь, ну, сука, только выехал. Посигналь мне там... А, блин, это просто жесть. Ты обрати внимание, какое количество трафика, ребята. Напоминаю, эта игра, в общем-то, типа Xbox 360. По-моему, сейчас таких аркад-то и нету. Столько трафика, как они это сделали, непонятно. Там вышла демка Матрицы, я видел. Ой, и все восторгаются с количества трафика, в том числе, типа, это так круто. Да, это круто, но только, блин, посмотрите, на каком железе. Тоже, ну, как бы, понятно, что не все оно подгружено. В реал-тайме, простите, пожалуйста, пиздец, только починил машину. Так, ну это у нас, в общем-то, погоня. Немножко. Я как бы планировал немного сегодня с пацанчиками погонять, но... Мусорам похуй на мои планы, я понял. Так, пацаны, по-моему, не шуточное дело. Уже надо съебать делать с этого шоссе, потому что иначе я отсюда никогда не уйду. Нас съезд сюда? Есть съезд? Да, тут вот светофор вижу. Мне сюда.
Что там, суспект? Блять, увязались, пиздец. Не дадут народу честному погонять. Пока все под контролем. На самом деле Мерс очень быстрый, я смотрю. Обычно здесь копы прям вот так вот любят делать. В принципе, может, они пока что только разминаются. Не будем проверять, просто стабильно уезжаем от них. Че там ваши эти ведра-то старые? Ой, бля, что с текстурами? Что-то мыльцо прям. Как раз Xbox 360 Edition. Да. Ой, там, блядь, жестко! А можно вы меня не увидите здесь? Простите. Охренеть. Ой. Так, все, нормально. Сука, они все еще не отъебались от меня. Что это за самолет? Все, сейчас уйду. Главное, я сейчас не захреначиться в ДТП, не попасть и все. Спешить, ну такое. А, ребят, я наверх. Вы меня уж простите, товарищ полицейский. Хорош. Хрена лысого, они меня тут найдут теперь. Повезло. Не, на самом деле какие-то отмороженные попались. Ну, не особо так щемили. А теперь надо нас съесть с этого шоссе, иначе, ну, просто это будет до бесконечности. Страсть. Чё там у вас, Skyline? Погнали. Давай, увидимся на финише. Так, у нас все есть, пока все под контролем. Все, погнали. Skyline против S600, ребята. В принципе, у нас, по идее, мощности больше. Да, вот он уже теряется. Блин, валящая тачка. Я на Кадиллаке так страдал. Ну, понятно, что не на таких гонках, но просто на разгоне я что-то как-то не мог никого догнать. А тут вообще нефиг делать. Прет, хорош. А, еще один там со своими каками. Можно и быстрее ехать, а тут так на чиле. В принципе, как на Мерседесе обычно ездят нормальные люди. И едешь, и побеждаешь. Кайф. А, ну, блин. Это был слабый соперник. Видимо, у него Skyline совсем стоковый, понятно. Потому что тут нехер с кем гонять. О, блин, мусора. Ёб твою мать. Опять побитая тачка. Сука! Меня менты что-то закошмарили. А что они засчитали? Они засчитали. Или засчитали. О, засчитали, все нормально. Все, отъебитесь, ребята. Серьезно. Блин, да! Да они просто появляются. Блять. Я сюда, понял? Твою мать! Вот теперь у меня точно проблема, ребята. О, тут какая-то парковка. Здрасте! Покатаемся, ребята. Я вам тут экскурсию устрою. О, хорош. Он так мягко приземлился, офигенно. Что-то как-то шашечки плохо заканчиваются у нас сегодня. Блин, да ну! О, все, 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 все. Six and a half hours later. Если честно, эти копы меня уже напрягают, потому что я езжу. Обязательно где-то налажаю, въебать куда-то. И уйти от них не могу. И просто, блядь, не понимаю, куда тут мне уехать, чтобы как-то эти ребята уже отъебались. Ушел? Слава тебе, Господи, еще и репутации насыпали. Я сейчас, пожалуй, рихтану свою тачку, потому что, блин, она побитая вообще жесть. Это такой интересный клиентик, я понял. Так, есть одна EMP-шка, есть два азота. В принципе, как бы... Здрасте. Опять елочка. Ой, блядь, слышь, разогналась она. Нитро хочет сразу. По-моему, она меня догоняет. Точно догоняет, ребят. Ой-ой, блядь, нет! Здесь не EMP-шка, здесь какая-то херня, или что это было, блин? Она разложилась, кажется, мне повезло просто. Я что-то распереживал. Прости, дорогая. У нее тачка явно была побыстрее немножко, но... Мне повезло немножко побольше. А что у меня? У меня не EMP. У меня тут не EMP. А другая херня. Опа. Ранг Савант. 5300 денег. Ну что, товарищи? Давай, братан, погнали.
EMP-шки у меня нет на этом Мерсе. Это проблема, кстати. Так, я пролетел. Этот тоже справился, да? Вон он там. Не передерживаем передачи, если что. Нитро. Жалко, что EMP нет. Это, конечно, такое себе. Хотя... Либо я что-то недопонял. Либо хер его знает. Так. Скорость есть, и это самое важное. И через один чекпоинт. 200 миль в час плюс. Разогнались уже. Он не может догнать, реально. Да, братан? Это Мерс. А на чем он, кстати, был? Кто-то заметил? Я что-то не особо. Хорош! Натянули. Понеслась. Нитро, да? Сейчас сразу, до свидания. У меня тоже есть, если что, азот. Ух ты, блин, он меня объехал, падла. А теперь я жахну. Блядь. Что-то как-то неудачно жахнул. Но я все еще впереди, нормально. Но это хоть бесплатно было. Блядь, и пролез. Надо рассчитывать скорость. Не всегда это удается сделать верно. Хотя бы последствия минимальные. А? Шо? Где там наш Коля? Он хоть по-русски базарить умеет. Все остальные какие-то мутные типочки. Хорош. Так, сюда ж по идее, да. Бесконечная шашечка. На моей памяти это, наверное, чуть ли не единственная игра, где можно погонять вот так по шоссе, прям чуть ли не с пробками. Так, ну-ка, кто это у нас тут? Вон он в правый ряд. Уходим. Опять ламба. Извините. Чё, менты? Братан! Так, я пока проигрываю уверенно ему. Твою мать! Занесло! Где там кнопка? Жестко. И копы за нами еще. Вас только не хватало тут. Сосредоточенность 150%. Он меня догоняет, падла. Второй пошел. 205, это предел. Больше не выдам. Слушайте, я, получается... Ай, хорош! Не слил ни единого такого заезда. Вот тебе и Мерседес. Ну чё, ребят, как-то так. Тачка мне понравилась, нужно будет ее проверить с боем, так сказать, уже в нормальных гонках. Может быть, какую-то серийку другую так поржать. Можно будет и с видом от третьего лица на геймпаде потом покататься. Если видео понравилось, обязательно ставь лайк и не забудь подписаться на канал, чтобы не пропускать будущие серии. Там, кстати, есть ссылка на плейлист, если чё. И видосов по этой игре у меня очень много, всяко разы. Где-то спокойных, а где-то такая дичь в канале происходит, что просто охренеть. Midnight Club прям очень хорош с точки зрения контента. С вами был Соня, ребятки, хорошего настроения, берегите себя и всем пока.